Так, ого. Тут оффроуд. Ну, хорошо, у тебя ручка есть. На чем-то меня везли, а на Запорожце мы ездили последние разы. Там ручки нету, я не могу понять, почему она там не предусмотрена. Мы тут обсуждаем уникальность Нивы. Слышишь, я говорю, расскажу. В детстве врезалась в память. Ну, как в советское время, что ты там можешь посмотреть по телевизору? Ничего не показывали практически. И когда-то какой-то был, то ли, ну, не реклама, а какой-то фильм, вот, отрывки, то, что сейчас можно в Ютубе увидеть, испытания, первые испытания Нивы. Ага. И так врезалась в память, это какие-то там 70-е далекие годы. На скорости она влетает в этот, по капот, блин, брод такой, знаешь, и берет его, и так, ну, красиво, в общем, еще черно-белые кадры. Вообще у них, так они черно-белые в Ютубе есть сейчас, эти куски, вот они там в ТикТоке, в Ютубе есть это все. И поразило просто, как она вообще, смотришь на это по капот, но это сейчас уже мы привыкли к этому издевательству, а раньше это вообще что-то было уникальное. И там вроде как с УАЗом сравнивали, и она за счет динамики, вот когда испытания там первые проходили, удивляло, что там УАЗ не мог проехать. У нее он за счет тяжелый. Да, он тяжелый, она за счет динамики оборотистого мотора, да. А Нива, это же есть машина ходов. Ну, она да. За счет чего? За счет ходов и проходит везде. Ну и ход подвески хороший тоже. Ага. Так, а вот тут Авео рубилась, когда-то мы тут ехали, понял? И Авео тут проехала очень круто, я вспомнил это место. Крис тут все дороги знает. Там нормально. Ну, проехал, Рома. Проехал. Ну, нельзя сказать, что такое прямо экшен, но Чироки сейчас будет ему, наверное, сложно, что-то мне так кажется. Хотя, если ходом пойдет, не прошел так, как я и думал. Не висит. Смотрите, назад выскочил. Ну, четкое место тут. Не хватает колес ему. Посмотрите, что творит. Да, сапоги надо одевать идти. Вот это жестяк. Ну, хорошие дожди были. А тут оно бывает высыхает полностью, это место. Ну, дубасил. Там, конечно, кадры спереди были яркие. Так, одел сапожки. Ну, он проскочил, просил подождать я его, ну. Сейчас патрол будет интересно. Хорошее место. Прошу, подождите. Ого. Легко. Ну, там вот одна яма посередине такая жестковатая, а так нормально можно ехать. Авео тут ехала. Нива проедет. Нива это. Это Нива. Что тут говорить? В этой Ниве мои ботинки лежат, так что она не могла застрять. Хорошее место. Вот и доджик появился в кадре. Ну, это серьезная машина. С серьезным пилотом. Американская, большая, красивая. Ну, вроде поедет. Пока непонятно.
Не, включил заднюю, да? Тут происходит оффроуд. Пока там Нива думает. Показывает возможности. Хорошее место. Самая дорогая Нива в мире. Да, это она. О, ты промазал! Промазал. Промазал, говорит. Так, а там Ленины следы уже, да? Прямо. Прямо Леня тут поехал? Две-три машины проедет и все. И будет так автобан, и, да? И будет нормальный спецучасток. Не, хорошие места. Это? ТР-1. Так, а вот и Леня нашелся. Ну, тут для Лени после реального болота это ему ни о чем просто. Просто. Он просто едет. Так, говорит, поднялась температура. Немножко забилось, видно. Так, ну сегодня Ромыч отстаивает честь Нивы, сложил зеркала. Значит, поедет по-серьезному. Крутая у него, хоть и АТ-шка, но такая очень-очень яркая шина. Палка какая-то у Лени торчит. Ну не у Лени, у самурая. Не, не сложно тут, видите. Ну, опять же, для легких не сложно. Заедет на чем-то потяжелее. Все-таки тут больше, ну нет, камыши есть. Такое легкое болотце получается. Тут лужа просто. Да, природа шикарная просто здесь. Летом все зелененькое, весной. Сейчас тоже красиво. Такая зима у нас в этом году. Вы уже поняли. Какой-то снег пытался пойти, но с такой зимой это нереально. Нива возвращается. Ну, там все предсказуемо, никаких сложностей не возникло. И на обратном пути. Показывает, что самурай не один может. Причем Нива стандартная. Только шины АТ-шка Гудиер. Так, и куда он поехал дальше? Не, просто... Просто прямо, как видел, так и поехал. Глотнул, да, вот он по компрессором ему парил тогда. Да, и у Лени ремень цветет. И у Лени ремень, первые потери. Температура поднялась. Из них туда, или они одинаковые? А как ты за тут потерял? Хиров, ты его порвал просто. Порвал, да. Хоть не закипел? Не успел. Не успел. Ну, там поднялась температура. Леня жесткий. Что с едой у тебя, Леня? Не знаю, у меня нет еды. Правильно. Какой-то длиннее, как только Руслан едет, все, никто не берет с собой еду. Или нет, или нет. Так а что он назад едет? Нива оказалась надежнее. Я знаю, где продают. Что? Знаю, где продают. Я на рынке, да, есть. Все капоты пооткрывали, откуда?
Так, а что я его снимал? Слышишь, а что я тебя снимаю? Ты типа создавал видимость, да, чтобы в кадре быть? Холостой ход? Круто. Ты что, проверил? Так, Крис говорит, все капоты пооткрывали. Так и есть. Раз капот, два капот, три капот. И только Нивы с закрытыми капотами, елки-палки. Этот вообще остановиться не может. Он год или полтора не приезжал на оффроуд. Ты видишь, человек, что уже и с открытой дверью. Да, да. С открытой дверью и с закрытой дверью. И холостой ход проверяет. Смотри, смотри, что делает. На крышу, на крышу. Показывает, что Нива это просто ракета. Кстати, на Дакаре, Ромыч, стой, стой, у меня есть тебе нормальное предложение. Тормози. Остановись, там Чироки. На Дакаре в этом году зачет классик есть. Да. И машины, которые участвовали в Дакаре, до 2000 года могут участвовать. О, ну супер, 84-й проход. Ты попадаешь. Не-не, которые участвовали в Дакаре, а Нива участвовала до 2000 года, насколько я помню. Так что ты давай, так что все собираем. Береги, лишний раз в лужи не заезжай. Трусим но... биткоинами. Да, биткоины собираем и едем. Берем команду, забираем первый пьедестал. Да, классик зачет. Причем там ограничения у них по скорости есть, сказали. Ну, в общем, есть информация, надо подробнее посмотреть. Криса, вот эта херня, кто-то ему хотел вставить и промахнулся, видишь, вниз ушла. Блин, нормально. Леня, на! Не заебывай человека, человек сзади. Леня, палку я у тебя нашел. Я ж тебе кричал, есть. Постой, не едь, не стой. Едь. Стой, говорю, света. Стой, блин, ты что, дымит? Опасный, конечно. Я пошел следующего. Опасный, блин. Смотри, все машины с поднятыми капотами, и только Нивы и капоты опущены у них. У Нивах колеса. А у тебя была когда-нибудь Нива? У тебя была когда-нибудь Нива? Когда это была. Белая? Что ты хочешь? Белая? Где у тебя плюс зимний? Вот я сейчас смотрю. Вот то плюс. Ну, вот плюс у тебя. Все. Сейчас посмотрим, работает. У тебя была белая Нива? Была. Красивая такая. Зачем ты достаешь? Ну ты тогда легче был килограмм на 20, да, до карантина. Потому что я тебя не узнаю, был ты с нами когда-то или нет. В этих местах. Вчера мажор, туалетная бумага. Где? Вот, да. Вроде надо лопухом жопу вытирать. А это для машины. Это для машины. Да не, надо же наоборот, чтобы в себя втягивало воду. Надо за пылесосом ехать. Я тебе покажу. Да я так вижу. Куда? Не бросайся в воду! Мы отремонтируем джип! Может компрессор тебе дать? Паша, он заработает! Его можно еще продать и купить две Нивы! Это не конец жизни! Хера себе! Остановись! Где ты две Нивы купишь? Не-не, таких дорогих, как у тебя, не купишь. Первый раз приехал на эти. Там тоже дырка? Слушай, когда ты еще помыл бы все? Ну, там уже грязно было. Да, это я припахал. Крис, пой песню. Белая Нива, белая Нива. Есть такая песня? Да, да. Синий залупас. Да, была у человека Нива. Нельзя сказать, что эта машина для хлебного, ну. Не дымит, что надо. Немножко не то. Не дымит? А чем от того, что там ты не поставишь? Не влазит. Ну, обрезать булгарку. Не влазит. А по булгарке? Что не влазит? Ну, тут надо резать. Не-не, ты просто колеса с протектором поставь. Такие же, но с протектором. А у него, смотри, на заднем сиденье. Ну, он уже с собой. Вот. А, ты с собой, это для развесовки? Вот если застрянет, сразу. То я ставлю. Ёханы бабай. Не, сюда надо 29-е было. Это что? Надо ездить. Какой? 65 на 75. Ну это 3, 31 это, с копейкой. Нет, это 32. Они больше. 32. Это 33. 265-75, это же наварка? Да. Она как 33 идет. Да. Там без, да, она чуть-чуть без 30. Вот она и не влазит. Поэтому она и не влазит. Можно продать.
Паша, можно продать. Стоим, тут все позаливали водой. Бородач нашелся. Про воду не говори, он не приедет, блин. Не говори про воду. Скажи, что все сухо, ну, вот нет здесь, луж. Скажи, что луж нету. Так, первые поехали. Дельфин удалился, все стоят. Поедем, посмотрим, что там происходит. Что-то они там застряли или что. Как-то они еще... А, ну сюда они ехали, да, влево? А, или не, вот там, да, ехали? Там. Да-да-да-да-да. Да, после двухдневных дождей или трехдневных, да? Или больше уже? Ну, да. Тут четко. Да, где-то там они нормально. Вот тут они ехали. Ого. Мы тут не застрянем. Не вытащим. Блокировку включи. Блин, как она едет. Охренеть, мы проехали. Это круто. Потеет немножко. Болото теплое. Болото. Аж слышишь, как идет? Ага, запашок. Да. Не, ну тут четкие места. А прикинь, еще сейчас зима, еще снега, если бы подвалило, и что будет весной. И так хорошо. Так, что-то тут, пацаны. Затеяли. Чуть не проехали. Мы чуть все не пропустили. Они поехали без разведки, видно. А как они там оказались, елки-палки? А их не видно оттуда. Леха, а как они там оказались? Вы к ним? Ну да. Рома, к ним поехали. Нет, ты не проваливай, ты спущенный, нет? Я полтора. Едь потихоньку в натяжку, тут не, ты не должен тут застрять. В натяжку едь просто. А тут обрыв? Не-не, тут плавно. Чуть-чуть ниже тут, но оно не это. Тут ездил газик и не проваливался. Это место, я вроде его узнал. Потихоньку пробуй. По камышам ты не должен провалиться. Попробуй, очкует. Так, пошел. Потихоньку пробуй. Не-не, там не глубоко, ну хотя дождь шел. А не, ну смотри, уже вода начинает сразу. А ну легкая машина тут ехала, тут Леня должен ехать спокойно. Да, может идти, доставай на месте Нивы. Да, К5 приехал. А? К5. Блейза? Шевроле. Да, это Сережка. Такие даже у нас тут есть машины уникальные. Четкий аппарат. Вот она, звезда приехала. Все пошли смотреть. Все пошли смотреть.